Всем привет! Сегодня мы расскажем вам принцип установки вытяжки. Причем не просто вытяжки, а принцип установки вытяжки в старом жилом фонде. И это принципиальная разница. Многие пишут, что кухню нужно делать под потолок. В старом жилом фонде этого делать нельзя. И сейчас мы расскажем почему. Потому что в старом жилом фонде, особенно если газ, у вас должна быть обязательно естественная вытяжка. Если у вас панелька, и вы закроете ее вытяжкой, да, то есть трубу подведете, у вас не будет естественной вентиляции, у вас меньше чем через год на кухне просто пойдет плесень. Как обычно, информацию попытаемся донести легко, просто чтобы каждый мог справиться с этим не хуже профессионала. А если вы уже профессионал, то сервис «Профи» ждет вас. «Профи» – это как сайт-визитка, на котором вы можете разместить примеры своих работ, находить клиентов недалеко от дома, создать свой собственный удобный вам график работы и получить оплату за заказ удобным вам способом. Это отличный инструмент, который позволяет начать работать на себя. Просто скачайте приложение на телефон и заведите аккаунт специалиста. А самое главное, что вы сами выбираете заказы, которые нравятся именно вам, и получаете оплату напрямую от клиента. Ссылка на приложение «Профи» в описании ролика. Качайте и зарабатывайте на том, что умеете. Проблема старого жилого фонда, что вытяжка всего одна. Если вы перекрываете ее вентиляцией, трубой вентиляции, в тот момент, когда у вас вытяжка работает, вентиляция у вас идет. Как только вы вытяжку закрываете, у вас нет вентиляции, и ее просто нет. Мы берем тройник. И обратный клапан. На самом деле, вот такая вам нужна труба сотая. К любой вытяжке нужна стандартная труба, она должна быть сотая. Ни в коем случае труба не должна идти на сужение, иначе у вас просто сгорит вытяжка. Поэтому, ну, в данном случае у нас 110-я сантехническая, но это не имеет значения. И обратный клапан. Принцип работы обратного клапана. Устанавливаем его вот в таком положении. И теперь смотрим, как он работает. Нажимаем. Вот и закрывается! Так, вот сейчас он закрылся, когда заработала вытяжка. Сейчас мы вытяжку отключим, он должен открыть, чтобы заработала естественная вентиляция. Данную конструкцию мы сейчас сделали, чтобы показать принцип работы. Сейчас мы это все снимаем, красим, лакируем, чтобы это все было в цвет медных труб. Тогда уже устанавливаем полностью, выводим это в вытяжку. Все покажем. Используем эмаль металлик. У нас до этого была термостойкая. В данном случае термостойкая нам не нужна, но ее, честно, и не было. Сверху используем лак. Любая краска металлик, когда даже высыхает, она начинает слезать. То есть у нее вот эти блестки, они у вас, вы беретесь, они остаются на руках. Для чего нужен лак? Лак нужен просто для фиксации, чтобы зафиксировать краску металлик. Какая бы она ни была, все равно ее лучше зафиксировать лаком. Красить лучше на улице, иначе краска сильно воняет. Иначе, да, к вам придут соседи. Итого, на саму вытяжку мы потратили 3500 рублей, на ее установку 2 часа времени, из них час на покраску. И 1666 рублей на материалы для установки. Вытяжка готова, на данный момент есть естественная вентиляция. Как только мы включаем вытяжку, естественно, вентиляция перекрывается, все запахи не идут в помещение, они идут туда, куда должны идти. Как только мы выключаем, клапан открывается, и мы получаем естественную вентиляцию, которая должна быть у вас на кухне. Ну а теперь главный вопрос, почему конструкция выглядит именно так, рассказывай. Да. Потому что при покупке вытяжки не учел, что выход оказался прямо под трубой, ну то есть он у стены. Если был посередине, можно было, конечно, попроще сделать. Поэтому использовали вот эти повороты, переходы. Клапан установил на силикон, силикон под покраску. Потом также в цвет трубы все и будет покрашено.
Что нужно учесть при установке вытяжки? Никогда не сужайте. То есть, если у вас идет выход из вытяжки определенного диаметра, ни в коем случае его нельзя в итоге сужать. Иначе у вас будет при включении вытяжки мотор будет перегреваться, и в итоге она у вас просто сгорит. Если вы сделали определенный диаметр, он у вас этим диаметром должен выходить в итоге в вентиляцию. Опять-таки, если у вас новый жилой фонд, вы можете сделать, у вас много выходов вентиляции, вы можете сделать спокойно кухню под потолок, замуровать в кухне в фасадах вентиляцию, все это закрыть, будет красиво. Если у вас старый жилой фонд, ни в коем случае так не делайте. Обязательно тройник, выход на естественную вентиляцию, выход на вытяжку. Все это у нас выходит в вентиляцию. Как обычно, надеемся, ролик будет полезен, и вы свободно сможете сделать все своими руками. Всем пока!